Приветствую всех на моем канале, меня зовут Владимир, и мы продолжаем проходить карьеру за Hull City и за сборную Голландии. В прошлых сериях я говорил про то, что Манчестер Юнайтед покидает Алекс Фергюсон, заканчивает уже свою карьеру тренера, и на его место встает Дэвид Моэс из Эвертона. Так вот, я говорил, что он минимум 4 года поработал в Эвертоне. Оказалось, он проработал там 14 лет. Вот такие цифры. Чуток я ошибся, так что еще отставка Манчини произошла и из Манчестер Сити. И Томас Шаф подал отставку с поста тренера Вердера. Он там проработал 11 лет. Вот так вот. Так, я не на запись отыграл матч с Эвертоном со счетом 4-3. Повеселился чуток там. И в кубке сыграл с Шеффилд Уэнсдей. 3-2 выиграл. Много пропускаю, конечно. Нехорошо. Надо лучше играть в обороне. Ну и нападение. Нападение, в принципе, неплохо. А защита хромает. Так, сейчас у нас матч с Ливерпулем. Также есть слухи, что Hull City собирается усилить вратарскую позицию после выхода в премьер-лигу. Это им очень нужно сейчас сделать. Думают они взять Криса Кирконда из Шеффилда Уэнсдей. Так, опекать я буду Хендерсона, чтобы он меньше распасовку делал. Солнце нет. Асаиди. И Шмельцера вроде бы. Или Шмитцера. Точно не помню фамилию. Но как-то так она звучит. Кого-то из этих двух они думают. Ну еще хотят двух нападающих взять, как минимум. Посмотрим, как оно будет. Здравствуйте, я Юрий Розанов и Василий Соловьев. Так, мы на третьем месте пока что. Ливерпуль сегодня начинает первым. Вот они, два клуба из верхней части таблицы, где им типа. Молодец, Хойлет. Решил его поставить в основу. Укрепит позиции, позволит рассчитывать на более высокие места. Лидер-то он вон он где. Ну и что теперь? Возможно, удар по воротам. Неожиданно, согласитесь, да? Да. Мягко говоря. Хендерсон. Провал такой у меня случился в защите. И кофе не уследил. Так, спокойно. Ливерпуль-то хорош, но не настолько же. Блин. Симпсон лежит, это нехорошо. Бляха-муха. Капец. Очень серьезное, и матч футболиста продолжит едва ли. Симпсона ушиб плеча. Ну, ушиб плеча это еще не смертельно, но Муноза поставим. Хреново. Такой опытный игрок, как Симпсон, очень пригодился бы сейчас. Но Мунос скорости не уступает Симпсону.
даже и быстрее. Давай. Убегай, убегай. А, офсайд. Да тут почти миллиметры там были считанные. Отобрать. Большим числом команда атакует. И вроде бы разрядил ситуацию. Хороший шанс. Давай, Карлос Эдуардо. Потянул. Их не вратарь. Мяч за пределами поля, угловой. Так, не, не буду менять. Навешай. Молодец, Павел. Хорошо пробил, но Хосе Рейна взял. Ах, как тяжело его отвлекать, а? Очень высокий процент реализации. Чуть-чуть. Мунас не успел. Убегай, Кианко. Ангат. Да, он. Но тут маток. Молодец, Хойлит. Пошел по флангу, быстро. Тут у них дырка. Блин. Остановили Хойлита. Остановить Сако. Да, он. Как легко защитника обыграл. Молодец, Вуд. Это потеря. Так, отдай Павлу. Соответственно, Личарджи. Кэмерон Стюарт. Так. Так, так, а дальше? Вот это мы и называем. Молодец, Кианко. Пробить! Есть! Гол! Вот это я обожаю! Быстро уйти от защитника на скорости. Одним финтом. Раз в сторону и все. И остался позади. Так, Суарезу не давать. Личардж, воздух вроде бы выиграл. Так. Так будет постепенно развонять. Атаку. Побегай, Дауни. Мне это только на руку. Ты бегаешь впустую. Культура пас, как говорят, культура игры. Так, держать. Молодец, Павел. Мяч у Ливерпуля теперь. Кианку перекроем. Воздух. Ух ты ж, Сисоко. Атака может развиваться по-разному. Чертов Суарес. Передача. Нельзя это промазать. Молодец, Грюн. Спокойно, спокойно. Не надо спешить. Пас партнеру, продолжается атака. Ух ты ж. Теперь, без всякого даже намека со стороны защиты, упускает мяч игрок Вал. Ну, Ливерпуля в центре такие мощные пацаны стоят. Ее середина, а
полезное занятие. Хорошая передача и улучшается позиция. И... Но вы знаете, чтобы решить... Блин, не получилось пробить нормально. Кианку. Пас не прошел. Давай, Кианко. Такой вариант для того, чтобы быстро перейти в контрнаступление. Вот. Ух ты ж. Будет угловой. Маток. Неплохо пробил. Подойдем чуть-чуть сильнее. Давай, добивай! Подозреваю, что голкипер сейчас поблагодарит защитника. Действительно спас команду. Конечно, спас. Не то слово. Только жаль, что он спас их. И, пожалуй, что можно пить, это органично будет смотреться. Суарес. Суарес, гад. Вот так. Ливерпуль сравнял счет. Пауэлл, получается, ушел из центра. Там был Стюарт. Но Стюарт в отборе похуже будет, чем наш центральный защитник. И жестко идет в борьбу за мяч игрок. Продолжает команда атаку развивать. Думаю, надо бить и забивать. Молодец, Павел. Удар по воротам. Фух. Потрясный пас. Алан пробивал. Испортил, надо же. Испортил атаку, да. Простил просто соперника и, главное, загубил такую передачу. Маленькая пауза в игре. Кто нарушил правила? Кианко? Ух ты ж! Не дали пробить. Молодцы, пацаны. Какой, конечно, моментик был жесткий. Можно сказать, что игра сократилась до одного тайма. Не то, что первый был совсем никакой, но нельзя сказать, что да, неплохой первый тайм. У нас были моменты, у них были моменты. Жаль, что только Симпсон травмировался. Так Янко классно прошел и пробил ближнюю шестерку. Там мы ошиблись. Вот. Это нам чуть не забили. Да, Карлос Эдуардо неплохо пробивал, но не получилось. Так, продолжаем. Судья дает свисток, и начинается второй тайм. Так, Стюарт. А ну давай по флангу. Что там? А, да, да, Сисоко, не надо так нарушать правила на Кианко. То есть не на Кианко, а на... Так, кофе. Задержи их. Давай, маток, маток. А теперь дальше. Конечно, даром никто мяч не уступит. Блин, Сисоко. И удар от вам. Так. Кэмерон Стюарт. Великолепный дриблер. Порой заигрывается, конечно, но публике-то это нравится. И не побоюсь сказать, вот, но и надо бить. Блин. А! Зараза, как же так? Ах ты ж, не давай, давай. О, удержал Павел Суареса. Блин, Хойлет выпустил мяч в простой ситуации. Вот допустить эту техническую помаду. Можно было сыграть и поточнее, наверное. Можно, если не висят у тебя на шее.
Ну и забивает. Может забить Ливерпуль в этой атаке. Вот это шанс. Выбить. Отбилась команда. Очень органичная атака. Еще одна передача. Удар. Кажется, Грюн потянул. Молодец. Нет позиции, с которой ему сегодня можно забить. И если этот матч закончится в сухую, мы не... Выигрывает мяч в Ливерпуль. Блин, Сисоко. Как уверенно играет в такой ответственный момент вратарь. И хорошая поддержка у игрока. Вот передача. Давай, Хойлет. Ух ты, блин. Молодец, Вуд. Давай, Хойлет. Партнер свободный. Проход по флангу. И подача. Как говорится, от греха. Так Маток должен успеть. Кэмерон Стюарт. После рикошета мяч оказывается за пределами поля. И у Ливерпуля есть возможность... Так, у Ливерпуля замена. ...ввести мяч в игру в бросовании Мазала. А счет равный. Ага, надо переназначить опеку. Да. Так. На каждую замену наставник противоположной стороны, в общем-то, должен реагировать. Ух ты. Келли перехватил пас. Вы знаете, статистика владения мячом, если на длинную брать, на протяжении года, двух, для каждой команды больше-меньше константа, больше-меньше... Молодец, Павел. И говорит она... Не дает дышать Суаресу. Спокойно. Так, тут Сисоко, блин. Стюарта совсем вырубает. Гол! Мунос! Молодец, пацанчик. Так, 75-я минута. Хойлет устал. Упускаем Бирсу. Нет, точно. Так, сейчас Холлита. Итак, команда лидер, но и лидеру замены нужны, тем более, что правилами футбольными это не то, что дозволено, а еще и рекомендуется. Давай, Бирса. Из-за боковой линии будут у футболиста вводить мяч в игру. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Ну, там брали. И вот он, пас. Сисоко. Думаю, нужен. Фух. Мы все понимаем. Конечно, с такого места Асаиди было не просто пробить. По такому счету в этот момент надо в ворота попадать. Надо, дорогой, надо. Разворота. Так, меняют Алана. На кого? Проигрывает.
на Лукасу, Лукаса Лейву. Так, кто у меня еще устал? Стюарт. Так, Эль Мохаммеди. Пожалуй, я поставлю на Сисоко Мохаммеди. Чего? А, я понял. Пока не пройдет замена. Сейчас пройдет замена. Так как Сисоко довольно-таки часто угрожает нашим воротам. Пусть так наш правый фланг толком не работает. То хоть будет сдерживать натиск противника. А, Лукас не, ну, не очень быстрый. Так. Не может атакующая сторона эти оборонительные редуты преодолеть. Но во всяком случае вот в этой. Давай, Мохаммеди. Блин. Давай, Кианко. Попрессингуй. И если защитник решил, что нападающий уже повержен, то это зря. Так, кофе. Офсайд. Да, офсайд. Причем приличненький такой. Так, что у нас там с составом? Может, кажется, Эдуарду поменять. Ну ладно, пока терпит. Давай, Мохаммеди. Шанс до удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует. Кто Сисоко начнет сейчас прессинговать. Выбей. И игрок обороны выносит мяч за пределы поля. Да, я понимаю, что куда попало, но это и требовало. А, есть Абакрау, давай. Пас. Очень важный, потому что времени осталось не так уж и много. Ну вот и все, на этом контратака заканчивается. Хосе Энрике. А времени, похоже, осталось всего на одну атаку. Вот сейчас забить, и на табло будет ничья. Еще один пас. Принимает мяч, головой удар. Молодец, голкипер. Выбить. Давай, давай, Кианко. Офсайд. Чуть-чуть. Так, Карлос Эдуардо поменяю на Филиппе Мартинса. А, я еще ж Муноза выпустил. Хорошая передача, партнер. Так, все, победа, 2-1. Да, такой матчик напряженный был, честно скажу. Пришлось попотеть в защите. Нападение тоже так непросто было. Но наши быстрые нападающие смогли выйти на ударную позицию и пробить точно. Все утешают Рейну. А мы радуемся победе. Так, это Кианко уходил. На свидание с вратарем. Это забивал нам Суарес. Это был сейв Грюна. А это забивал Мунос. Вот как Кианко ушел. Так,
чуть-чуть в сторону и все. И убегаешь. Главное вовремя это сделать. Только быстрый игрок может. Ну, не очень быстрый тоже может сделать, но вряд ли у него получится убежать так. Океанка обладает скоростью. Так, значит, Кианко лучший игрок матча, а у них Суарес. Личардж 6,5, маловато. Ну, Бирса не считается, он не играл весь матч. Вуд 6,6. Может и так, но в принципе нормально он отыграл. Кофи 6,8. Так, терпимо. Так. Сколько? 9 дней. Ну ладно. Выздоровеет. Так, Кианко продолжает играть на уровне. Николао Кианко должен быть очень доволен набранной им формой. Я просто отлично играю в последнее время и наслаждаюсь футболом в Hull City, заявил он журналистам после матча. Он просто бесподобен последних матчах, и мне сложно оставлять его на скамейке, даже если я пытаюсь дать ему отдохнуть. Он кружит вокруг меня и просит дать ему сыграть. Я это делаю, и он выдает очередной потрясающий матч, объяснил я. Так, очевидно, что если форвард продолжит тоже духи, будущее в команде ему обеспечено. Это точно. Будущее до конца сезона ему обеспечено. Так, следующий матч с Брюхи. Так. Ну, тут ясно. Ничего особенного. Так. Календарь посмотрим. Сейчас мы играем с Брюгге, потом...